Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей. Поддерживаю предложение. Так и скажите, а, так, да, да или нет. Говорю, да. Таким образом, согласился бы с предложением Николая Платоныча о том, что нашим, так сказать, западным партнерам можно дать последний шанс с тем, чтобы предложить им в кратчайшие сроки заставить Киев пойти на мир и выполнить Минские соглашения. В противном случае мы должны принять то решение, о котором сегодня говорится. Значит, в противном случае вы предлагаете начать переговорный процесс? Нет, я... Или признавать суверенитет их? А я... Говорите прямо. Я поддержу предложение о признании... Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей. Поддерживаю предложение... Так и скажите, да, так, да или нет. Говорю, да. Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации. Да, да, мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости или нет. Да, я поддерживаю предложение о признании независимости.